7 спортивных объектов обустроено в Каспийске на территории социальных учреждений за последние несколько месяцев текущего года. Это современные футбольные поля, баскетбольные и воркаут-площадки. Это две баскетбольные универсальные площадки на территории семейной гимназии, на территории Дома творчества, 3 воркаут-площадки на территориях 11-й гимназии, средней школы номер 6 и кадетской школы. Также были построены 2 футбольные площадки на территориях 8-й и кадетской школы. В настоящее время перечисленные объекты находятся на стадии приемки у Министерства спорта и физической культуры республики, так как заказчиком-застройщиком является Минспорт. По инициативе города был создан общественный совет, который будет заниматься приемкой документов у Минспорта, потому что заказчиком-застройщиком является Министерство спорта Республики Дагестан. И уже были запрошены данные по спортивным объектам, которые также будут приниматься нашим городом.